Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем цикл занятий по программированию микроконтроллеров STM32. Подключаем мы дисплей по 8-проводной шине параллельной разрешением 240 на 320. Контроллер дисплея установлен, или ELITEC 9341. На прошлом занятии мы с вами закончили два интересных теста, но я думаю, с сегодняшнего урока будут тесты еще интересней. Ну, чтобы нам продолжить писать следующий тест, нам необходима будет функция вывода на экран точки. Данная функция, конечно, как вы понимаете, будет необходима практически для всего, не только для вывода, вернее, не только для теста, который мы хотим посмотреть с вами третьим. Давайте перейдем в наш проект. Вот мы закончили наш вывод четырехугольников по разным углам. Они у нас закрашенные были случайным цветом и закрашивали четверть экрана какую-либо. Перейдем в файл, в котором находятся у нас все функции, и начнем потихонечку писать с вами функцию вывода точки на экран. Ну, назовем ее DraftPixel. Ну, здесь у нас, конечно, нам не нужно будет углы какие-то рисовать и объявлять. Нам достаточно будет одной точки, так как мы выводим именно точку на экран. Вот, у данной функции будут две точки. И, в общем-то, цвет. Вот такая будет функция. Уберем пока тело. Сделаем данной функции прототип. И данная функция будет нужна много где. Поэтому без прототипа ей будет очень тяжело и одиноко. Ну, здесь у нас сразу будет условие, если... Ну, сразу предупреждаю, не пугайтесь, функция будет, можно сказать, очень простая. То есть, если данное условие выполняется, то мы выходим из отрисовки точки. Ну, это условие, сразу предупреждаю, будет нужно нам для того, чтобы отследить самим себя, в верное ли место мы хотим с вами отрисовать точку. Может быть, такого места-то и вовсе даже на экране нет. Поэтому, во-первых, если x меньше нуля, понятно, что не нужно такую точку будет рисовать. Или если y меньше нуля, то же самое. Ну и еще пара условий у нас. Можно даже сделать вот так. А, ну просто Y. Вот здесь будет и просто X. Тогда у нас уйдут здесь красные подчеркивания с вами. Мы спокойно можем продолжать. Если X больше или равен X size, ну, соответственно, даже если равен, потому что у нас координаты от нуля начинаются, поэтому они до 240 и до 319. Ну и то же самое проверим по Y. То есть мы такую с вами точку рисовать отказываемся, которая выходит, как говорится, за область экрана. Зачем нам такая точка? Также здесь мы объявляем адрес памяти. Ну, только адрес будет вот так. X, Y. И тем же самым он и у нас и закончится. Вот какой интересный будет адрес памяти. То есть будет только один
одна точка. Ну, в нашем случае 2 байта, так как у нас 16-битный режим. Дальше send command. Соответственно. Теперь мы обращаемся уже. Мы были в 2А, в 2Б. Теперь сходим в 2C. Сегодня мы не будем терять время смотреть в даташит, я думаю. Но если что, он у меня под руками. Если уж очень потребуется, то открою. А так зачем терять время? Мы научились уже практически пользоваться своими даташитами. Они, оказывается, не совсем и сложные в понимании. Send data. Ну, также можно взять ее где-нибудь. Написать. И здесь будет. Мы будем передавать цвет с вами. Сначала его старшую часть, а затем его младшую часть. Вот как. Используя операции копирования, мы с вами быстро пишем код. Ну вот и точка у нас получилась с вами. Теперь, в общем-то, нам еще с вами пригодится кастомная задержка микросекундная в мейне. Main C, поэтому мы ее возьмем туда. На вооружение себе и куда-нибудь ее расположим. Ну, скорее всего, куда-то вот сюда. Ну да, здесь у нас read-write и сюда же и функции. Ну вот, теперь мы ее спокойно здесь можем вызывать. Ну и собственно, тест. Функция. И main C. Пока куда-нибудь ее в укромное место положим. А затем, соответственно, цикл, конечно. Мы же не одну с вами точку будем рисовать. Одной точки проку мало. Мы будем с вами много точек рисовать. Вот сколько. Ой. Это не туда. Вот сюда. Ну и теперь DraftPixel. Значит, мы будем рисовать ее случайное место. Применим наш РНГ для этого. Ну, пока мы с вами в случайное место ничего не рисовали, но все равно мы с вами помним, что мы с вами писали функцию для заливки случайным цветом, и там мы уже с вами пользовались вот этой вот функцией. Поэтому мы свободно ее можем использовать. Ну, здесь нам, в принципе, не нужен маскирование. Обойтись можем и без маскирования. Ну, так. Ну, так как это у нас получилось с вами, в общем-то, величина 32-битная, и такая случайность нам, конечно, не нужна. Мы разделим по модулю на 240, и в результате мы получим случайное значение от 0 до 239, то, что нам, как говорится, нужно. Но то же самое мы напишем и для Y. Вообще, конечно, так писать нехорошо, но для, в общем-то, урока, в рамках урока, нормально. То есть нехорошо, потому что мало ли мы перевернем с вами дисплей, и уже у нас за область экрана все это уйдет, поэтому лучше вот здесь писать X-size и Y-size.
Но так как мы их делали эти значения не глобальными, то в принципе и так нормально. Ну, можно, в принципе, сделать и глобальными. Давайте мы их, эти define, вынесем с вами. Не будем экстерн писать, а вот отсюда мы их вынесем в H-файл. И так как у нас данный H-файл с вами подключен, то мы вполне их поймаем в main. Ну, пока в буфере обмена мы их поймаем. Вот. И вместо 240 мы напишем x-size. И вместо 320 мы напишем y-size. Вот это уже будет очень даже верно. Чтобы нам слишком длинную функцию не рисовать, наш компилятор разрешает нам делать переносы. И сделаем вот так мы красиво. Ну а здесь, соответственно, функция такая. Генерация случайного цвета. Ну, вот мы в случайное место случайного цвета с вами вводим точку. Ну, здесь еще неплохо бы вставить функцию, в общем, задержки хотя бы на немножко. Но чтобы нам просто сейчас с вами оценить скорость нашего дисплея, давайте попробуем без задержки насыпать 15 тысяч точек. За какое приблизительное время все это произойдет. То есть, и вы поймете отличие AVR от STM32 и наоборот. Ну, соответственно, мы давайте сделаем вот так. Нет, лучше все-таки погасим. Или пока вот так закомментируем, а то мы, может быть, точек вообще с вами не увидим совсем. Ну, сейчас мы соберем проект с вами. У нас две ошибки. Ну, это бывает, ничего. Вот у нас что тут с вами получилось. Multiply defined. То есть здесь, в общем-то, либо писать функцию getSizeScreen, получается, нам придется, либо все-таки использовать extern. То есть не получится у нас вот такой вот способ. То есть, получается, мы вызываем данные H с разных мест. Ну, давайте экстерн. Конечно, экстернами увлекаться не нужно, но в рамках занятия это нормально. То есть, заодно мы повторяем, как делать глобальные переменные. Ну, сейчас мы их, ее, то есть, эту функцию мы где-нибудь вот здесь расположим, где у нас наши собственные функции. Но здесь уже, как известно, не нужно ничего инициализировать. Экстерны. Сейчас эроров не будет, один варнинг. Это у нас пока задержка с вами не используется просто. Сейчас я подключу контроллер. Вот у нас тут с вами тест прошлого занятия. Сейчас мы его немножко приблизим. Дисплей. Погасим свет, который у нас отражается в нем. Свет нам такой не нужен. Это у нас отражается видеокамера. Ну, она, наверное, так и будет отражаться. Ее не уберешь. Я сейчас вообще весь свет погасил. Тем не менее, видно. Монитор ее освещает. Никуда не денешься. Ну пусть, я думаю, это не важно. Ну, давайте прошьемся и посмотрим, каким образом у нас быстро ли точки насыпятся 15 тысяч штук. Мне самому даже стало интересно. По-моему, они быстро, поэтому я и делал задержку. Вот как они практически насыпались мгновенно на экран. То есть вот так работает у нас контроллер. Поэтому давайте все-таки небольшую задержечку сюда вставим. Хотя бы 100 микросекунд все-таки будет повидней.
то мы и не увидим с вами даже. Вот, теперь нас совсем не ругает Кейл. Давайте посмотрим. И сейчас мы, наверное, вот эти тесты, какие мы с вами уже отсмотрим, мы их, наверное, давайте все-таки закомментируем, чтобы нам каждый раз вот это все заново не просматривать. Вот. Вот так вот у нас с такой задержкой 100 микросекунд насыпается 15 точек. В общем, ну, вы можете там побольше, может какие-то свои алгоритмы писать, может с какими-то ксорами, ну то есть у нас дисплей откликается, я вам скажу, очень неплохо. Так, у меня села батареечка в моем рекордере, я забыл его запитать с повербанка. Поэтому звук будет немножко не совсем красивый, но ничего, я думаю, это не суть важно. С этого места пойдет нормальный звук. Теперь у нас рекордер Tascam DR40 запитан, и звук идет через него в микрофон для инструментов. Поэтому у меня вот такая вот прищепка на голове. Ну, просто мне нравится такой микрофон, и многие, в общем, оценили тот факт, что звук с него хороший. Ну ладно, это все отступление лирическое. В общем, давайте здесь раскомментируем все. И теперь напишем немножко функцию посложнее. Следующий тест будет у нас по выводу прямых линий на экран. Давайте напишем функцию вывода прямой линии. Ну, например, возьмем мы сейчас с вами четырехугольник или прямоугольник. Сделаем ему тело и исправим имя на DraftLine. Ну, здесь, конечно, в принципе-то все хорошо. Color, да. X1 у нас, Y1, X2, Y2. Отлично. То есть аргументы у нас в точности подошли. Прекрасно. Int step или step. Неважно. Главное, чтобы потом не попутаться. Abs. Есть такая функция, вычисляющая абсолютную величину аргумента. Абсолютная величина – это именно величина без знака перед ней. Ну, нам, чтобы вычислить расстояние, как раз она и нужна, чтобы у нас не получился отрицательный результат. Но можно и так, чтобы получился, и потом взять абсолютную величину из результата. Кто как, в общем, делает. Каждый, как говорится, сходит с ума по-своему. И где-то я в каком-то блоге увидел вот это. Мне понравилось. В принципе, не стал я ничего менять. Если так, то есть если он не ноль, то мы меняем. Как вы помните, в начале самой первой части мы с вами писали функцию swap, даже макроподстановку. И вот она нам и пригодилась. Нам нужно теперь поменять местами x1 и y1. То же самое со вторыми. Тогда вот так. А, нет, не вот так. Вот так. Я думаю. Думаю, что вот так. Вернемся. Все равно ругается на нас. А, ну, просто он шутит. Это бывает, ничего страшного. Дальше, если x1
больше x2. Опять тело. И опять свопы. Только немножко они будут не такие. x1 с x2. y1 с y2. Дальше еще одна переменная. Даже две. dx, dy. Ну и вычислим их. dx равен x2 минус x1. dy равен. Опс. y2 минус y1. Хорошо. Еще переменная. Яр равно dx на 2 деленный int y step. Ну, шах по y. Но здесь не такой сложный алгоритм, я думаю, и объяснять его нет смысла. Это алгоритм простейший, обычных математических вычислений. Ничего здесь такого страшного мы не используем. Так, в противном случае... Step равен будет минус одному. For нет условия x1 меньше или равен x2. x1 плюс. То есть нам не важно, что будет в начале, что будет, то и будет. У нас все эти переменные с вами уже проинициализированы. Дальше работаем в цикле. Если step draftPixel. x1. А, нет, наоборот. В этом случае наоборот. y1, x1, color. А вот если наоборот произойдет, будет он нулю равен, то тогда вернем все на место, как положено. Вызывается сначала x, потом y. Жор. Минус равно. dy. Так, хорошо. Если... Error меньше нуля. y1 добавит к себе y step. Error равен будет dx при вращении. Все, закрылись три скобки. Вот так. Ну, конечно, прототип и тест. Соответственно, по традиции, по нашей. Вот у нас прототип.
Возьмем функцию с собой в main. Положим ее вот сюда пока. И начнем. Возьмем, для примера, вот этот цикл. Закроем его. Еще его возьмем. И закроем его. Но это не из-за того, что нам не хватит чисел. А для того, чтобы сделать красиво прорисовку. Здесь еще одна переменная нам потребуется. J. Вот сюда вот объявим. Она того же типа. Вот так. Ну, а здесь draftLine. Ну, color у нас случайный с вами. Ну, а здесь... Ну, вертикальной линией мы будем рисовать последовательно пока что. I, 0, I и 319. Вот это одна вертикальная линия, потом I у нас прибавится, но, соответственно, здесь вот у нас очень стоят некрасивые числа, во-первых. Во-вторых, давайте здесь напишем с вами все-таки y-size. Но минус один. Так будет лучше. А здесь будет у нас до 20. Но это сколько таких тестов будет. А здесь меньше x size. Немножко у меня пошел код не по сценарию, но так интереснее будет. Я думаю, если вдруг вы решите вот завести дисплей горизонтально, как делать это все? Заодно, пока мы не комментировали тексты, вот где 319 мы поставим y-size минус 1, где 239 поставим мы с вами x-size минус 1. Только здесь не минус 1, здесь просто, потому что у нас не меньше или равно, а просто меньше. Вот как тогда. Ну, ничего, вы не бойтесь, я и на ходу могу сочинять код. Не обязательно по сценарию. Так, теперь давайте подумаем, что это вот это у нас такое. Это у нас с вами x-size разделить на 2, минус 1. Это у нас y-size разделить на 2 минус 1. И вот где 159, мы подставим вот такую вот величину. Это 159. Вот это у нас x-size пополам просто. 120. 160 у нас y-size. Здесь все это тоже пополам. Скорее всего. Так. И тут вот. 160 y-size пополам. Ну а 119 это x-size пополам минус 1. Так, это y-size пополам. Вот, я думаю, если мы ошибок с вами не наделали, то давайте все-таки попробуем. У нас хотя бы ошибок нет таких, ну, я думаю, может быть, не будет и других. Ну что ж, F8. Но с этим-то ничего, все нормально. Никаких мы ошибок не понаделали. Вот у нас все правильно закрашивается четверти.
точки. И вот линеечки. Красивым образом они случайного цвета нам рисуют вот такие вот вертикальки. Очень красиво, я думаю. Вот такой тест. Ну, я думаю, время у нас еще чуть-чуть есть. Я обычно смотрел по рекордеру, а рекордер у меня остановился. Не знаю, ну, вдруг получится большой урок, не страшно. Все-таки мы сейчас еще один тест с вами напишем. Функции для него будут не нужны. Немножко он будет по-другому нам линейки выводить просто. Давайте напишем его. For. Здесь у нас также black и задержка. Закроем. Ну, здесь нам 1000 хватит. Мы будем в случайные места сейчас раскидывать линейки случайной длины. Ну, я думаю, это тест будет не тяжелый. И в конце мы с вами также все этот тест заранее закроем. Ну, вот это пока закомментируем. Вот это раз. И давайте сразу закомментируем все тесты, которые будут перед этим. Лишнее бы что-то не закомментировать. Вот, ини оставляем. Остальное, в принципе, нормально. Вот так. Блэк оставляем. Да, полсекунды подождет и пойдет тест. Отлично. Дрофлайн. Возьмем отсюда. Только немножко здесь мы внесем кое-какие корректировки. Color, да, у нас будет rand. Теперь здесь у нас где-то мы с вами использовали случайные места. Вот. Next size. Вот здесь. Также вот здесь. И Y size. Ну, это случайное место по Y. Мы, наверное, с вами сделаем вот так, чтобы покрасивее было. Вот как. И понагляднее код будет все-таки. Меньше будет путаницы. А то в линеечку не так видно. И здесь то же самое. Мы помним, у нас по Y в буфере обмена величина. А еще лучше, если будет вот так. Отлично. Ну, конечно, нужно все-таки задержечку здесь хотя бы миллисекунду сделать. Можно и стандартную функцию использовать. Можно и 1000 микросекунд сделать. Так, напишем вот единичка. Ну, в принципе, мы быстро справились с этим тестом. Посмотрим, как он работает. Но здесь варнинги будут, конечно. Мы же там с вами закомментировали. Поэтому кое-что не используется. Ну, ничего. F8. И посмотрим наш тест. Если мы правильно написали, у нас будут с вами валиться линеечки по экрану. Но что-то они слишком быстро нам закрасили экран. Я думаю, все-таки давайте задержку побольше сделаем. 10. И попробуем. Вот это совсем другое дело. Вот так красивее. Ну, линейки у нас рисуются мгновенно сами по себе. Раз уж у нас целые экраны, закрашиваются мгновенно. Ну вот, то есть мы с вами сегодня написали парочку, даже три красивых теста. То есть мы добились неплохих результатов, но впереди, конечно, нас ждет еще
несколько более интересных частей данного занятия. Ну, кому понравилось видео, жмите «Мне нравится». Это символ такой под видео в виде пальца, поднятого вверх. Вернее, большого пальца, поднятого вверх. Подписывайтесь на канал, чтобы точно знать, что у меня вышло новое видео сразу. Пишите также комментарии здесь под видео, пишите, предлагайте что-то. Все равно по мере возможности я буду какие-то предложения рассматривать. Ну, все извинить, конечно, не смогу, у меня нет всех устройств. Но, в принципе, мы с вами уже, надо отдать должное, прошли немало интерфейсов. То есть уже, я думаю, там только по специфическим каким-то устройствам, если будут уроки, а по интерфейсам там уже немного. Но впереди ждет нас еще знакомство с другой платой Nucleo. Будет очень интересно. Ну, Nucleo, я скажу, что отличается от Discovery тем, что на ней нету практически оснастки вокруг контроллера, и все ноги практически доступны для пользователя. То есть мы можем ими всем пользоваться. Также вступайте в группу, пишите там сообщения. Я также их смотрю, и также там смотрят другие, там можно общаться, там есть темы. Ну, а на этом разрешите мне с вами ненадолго попрощаться. Всем пока, всего хорошего, доброго здоровья.